Если бы ты мог описать наш мир сегодня, как бы ты его описал? Взаимосвязанный, динамичный, бросающий вызов, передовой. Технология, наука, климат и даже наши рабочие места изменяются невообразимыми темпами. Сегодня мы находимся под влиянием изменений, не похожих на те, что были ранее. Кроме того, сегодня мы наиболее образованы и разнообразны за всю историю. Мы осведомлены, адаптируемы, вдохновлены и творчески. Наше мнение имеет значение, и мы не боимся твитнуть, постить, комментить, лайкать, делиться или перелистывать. Планшеты — это наши телевизоры, и телефоны — это наши плюшевые мишки. Мы верим в главенство значимости над деньгами, менторов над боссами. И если мы счастливы на рабочем месте, мы найдем или создадим новое. Однако мы сталкиваемся с самыми большими проблемами. Нехватка рабочих мест, низкие заработные платы, растущие затраты, отягчающий студенческий кредит и бизнес-среда, меняющаяся быстрее, чем работники способны адаптироваться. Компании, которые выживали десятилетиями, разрушаются и вытесняются из бизнеса, по-видимому, за одну ночь. Будет ли твоя работа, компания или отрасль следующей? Действительно ли ты живешь? Или просто оплачиваешь счета, пока не умрешь? Разруш ты покажет тебе, что каждая угроза статусу КО на самом деле является возможностью в небесах. Разрушение — это не то, что с тобой происходит, это как ты отвечаешь на то, что с тобой происходит. Миллиардер свои 20, сам добившийся успеха, то, о чем не слышали 10 лет назад, сейчас происходит регулярно. Стартап с небольшим финансированием и маленьким персоналом разрушает отрасль в миллиард долларов. Этот тесно связанный мир взрывается новыми возможностями для личной самореализации и финансовой независимости. Что общего во всех этих разрушениях? Ими управляли люди, которые вначале разрушили свои внутренние предположения о том, что они способны достичь, и затем осознали, что новый открытый потенциал может изменить их мир. Разруш ты научит тебя, как овладеть личной трансформацией, схватить возможность и преуспеть в этой эре бесконечных инноваций. Чтобы изменить кто ты есть, ты должен вначале изменить то, что думаешь по поводу того, кто ты есть. Современные лидеры бизнеса должны ожидать изменений, чтобы создать возможность для профессионального успеха. Книги «Разруш ты» Джей Саммит, успешный предприниматель, который создал, развил и продал стартап уровня крупнейших 500 американских компаний, описывает свой уникальный метод, который он использовал, чтобы создать новые продукты и развивать существующие бизнесы на протяжении своей карьеры. Книга также включает в себя истории из его собственного опыта и анекдоты о других инноваторах и инновационных бизнесах. Саммит рассказывает, как изменение себя может принести большие плоды профессиональной деятельности. Книга «Разруш ты» предлагает четкий совет, дающий возможность каждому, кто ищет прорыв. Каждому с большой идеей, но без идеи ее применения. И для каждого, кто без о том, что станет невостребованным в эру технологической трансформации. Сделай сегодня то, за что в будущем скажешь себе спасибо.